Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. National Interest объяснил, почему России не нужны авианосцы. На портале National Interest появился материал вашингтонского геополитического эксперта Эрика Хазмаляна, который утверждает, что планам по постройке российских авианосцев едва ли суждено сбыться. Эксперт сообщил, что главный российский выход к морю заблокирован арктическими льдами, да и сама страна не участвует в международных операциях, которые требуют поддержки авианосцев. В качестве примера автор привел тот факт, что Москва усилила позиции в Сирии не с моря, а с берега. Хазмалян приходит к выводу, что для политического веса и влияния на Европу России совершенно не нужен авианосный флот. Автор статьи отмечает, что Россия, как и многие сухопутные государства, обеспокоена обеспечением безопасности своих собственных границ. По его мнению, освоение российским ВМФ морей полностью подчинено только этой цели. Ситуация в мире и дальше будет заставлять Москву уделять главное внимание своим границам, уверен геополитический эксперт. Основным инструментом для операций военно-морского флота России будут оставаться субмарины, которые, по мнению американского аналитика, являются одними из лучших в мире. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.